Здравствуйте! На вопрос, чем заняться сегодня вечером, ответит наша афиша и я, Юлия Север. Впереди анонсы самых интересных мероприятий ближайших дней. Только 30 июня на сцене Самарской государственной филармонии заслуженная артистка России Наталья Варлей, заслуженный артист России Владимир Долинский и артист театра и кино Петр Белешов в спектакле «Операция «Мы» или «Невероятное приключение». Такое пропустить нельзя. Это история взаимоотношений двух уже немолодых людей. Трогательный, смешной и по-детски наивный служебный роман между бывшей артисткой и буфетчиком театра тихо и спокойно длится 5 лет. Однако внезапно он ставит героев на грань выбора между жизнью и смертью, превращая жизнь этих милых людей в цирк. Искрометный юмор и неожиданный поворот сюжета не дадут зрителям заскучать. На этом спектакле вы сможете и посмеяться, и взять для себя несколько полезных уроков. Итак, 30 июня Самарская государственная филармония. В Самарской площади 27 июня постановка по Чехову «Чайка». Представьте, что вы живете в глухой провинции. День за днем, год за годом ничего не происходит. Вы живете тихо и спокойно. И вдруг из столицы приезжают ваши знакомые, которые знамениты, успешны, богаты. Что вы почувствовали? Что ваша жизнь убога, неинтересна? Вы становитесь несчастны, вам хочется изменить жизнь, и вы начинаете делать глупости. Насколько невинны будут эти глупости, узнаете 27 июня. Вдруг из маминой и спальни, кривоногий и хромой, выбегает умывальник и качает головой. Майдадыр Чуйковского известен ребятам всех возрастов. Спектакль по мотивам этого произведения сможете видеть в воскресенье. Веселый, озорной, забавный сюжет из самой любимой детской сказки ожидает вас в театре для малышей. На сегодня все. Я прощаюсь с вами до следующей пятницы. Вы же обещаете, что ваши выходные будут яркими. Пока!